Здравствуйте, мои дорогие подписчики и случайные зрители, зашедшие на мой канал. Сделала я вот такую баночку для хранения всяких мелочей. Шла по рынку и увидела вот такую белую сеточку, которых овощи бывают или фрукты продаются. Я же не могла пройти мимо, я ее взяла. И сделала вот такую баночку с такой милой птичкой из фикс-прайса. Если кто-то хочет посмотреть, как я это делала, смотрите, пожалуйста, я буду очень рада. Шла я вчера по рынку, и валяется на земле вот такая штучка. От фруктов, наверное, да? Думаю, так, есть у меня баночка вот такая. А ну-ка, если я ее попробую. Одеть в эту сетку. Что у меня получится? Была бы чуть-чуть подлинней-то. Так, сейчас пистолет нагреется. Да, вот такая вот я все подбираю. Так, я думаю, что нужно закрепить. Закрепить на донышке и на горлышке вот эту штуку. Раз. Ну давай уже грейся, у меня ж работает камера. Так, сейчас вот так потихонечку. Так, ну принцип понятен, да, мои хорошие? Сейчас я все это закреплю, потом покажу. Ну вот. Приклеила, и сейчас то же самое сделаем вот тут. Только она неровная. Сейчас я обрежу, где неровная. Так, ну что, клеим тут. Ой. Ничего тут сложного нет. Вот хорошая, конечно, штука горячий пистолет, но вот эти паутинки, которые тянутся. Усложняют, так сказать, жизнь. Ну вот, обклеиваем, короче говоря, вот так по краю все это дело. Теперь строительный ПВА. Все вот это нужно промазать, чтобы, во-первых, сама мягкая же очень, чтобы она сеточка потверже стала, и чтобы она склеилась дополнительно со стеклом. Все это нужно каждую ячеечку промазать.
Это все долго, муторно. Ну что делать? Банки я очень люблю декорировать. Всякими. Сейчас я вам покажу мои банки задекорированы. Ну ладно, моя хорошая, я клею. Принцип поняли, да? Чтобы не отрывать вашего времени. Ну что, я промазала клеем всю баночку. И в процессе я поняла, что красить я буду ее из баллончика. Потому что вот это прокрашивание кисточкой, ну это уж слишком много времени отнимает, мои хорошие. Вот, ну что, сейчас я ее поставлю на батарею, пусть она высохнет. Потом будем дальше продолжать. Ну что ж, баночка у нас высохла. Сейчас я ее покрашу. Неудобно мне, правда, одной рукой. Ну вот так вот буду красить сейчас. Потом вам покажу. А то мне никак прям неудобно. Ну вот что у меня получилось. Сейчас она подсохнет, и я еще, наверное, раз ее покрашу. Потому что вот есть места не прокрашенные. Ну что же, мои дорогие. Высохла моя баночка. И я вот хотела сделать одно, но не нашла подходящего шнурка. Поэтому беру вот эти наклейки и приклеиваю, чтобы не было видно. Ой-ой-ой. Так не пойдет. Чтобы не было видно окончаний. Сеточки. Так. Ну и вот сейчас я это сделаю. Мне надо будет еще крышечку задекорировать. Так, здесь тоже сейчас отрежем лишнее. Вот. Ну что, мне кажется, очень даже симпатично. Самое главное, собственно, практически из ничего. Так, ну ладно, приступаю я тогда к крышечке. Так, крышечку я тоже покрасила вот этой молотковой краской. Высохнет, и будем продолжать. Так, ой. Так. Ну вот теперь я почти сухой кисточкой, но думаю, уже и не надо сухой. Вот так вот сейчас пройдусь по ребрышкам. Неудобно, вам не видно, да?
с этой стороны. Я хочу, чтобы было немножко беленького. Так. 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 Где больше, где меньше. Так. Так. Ну вот так вот где-то. Вот сейчас я пройдусь по всей баночке так. И пусть сохнет. Так, ну что ж, теперь нам надо приклеить на крышечку. Ой-ой-ой. Так. Приклеим. Кривовато. Сейчас. Так. Хорошо. Режем опять, потому что неинтересно, рисунок повторяется. Так не должно быть. Вот из-за того, что я не нашла подходящего шнурочка, все у меня переигралось. Делать я хотела совсем по-другому. Ну уж получилось так вот. Ну ладно. Так. Так. Так будет крышечка у нас одеваться. Так, ну и сейчас мы еще на крышечку приклеим декор главный. Так. Ну вот, собственно, и все. Теперь высохнет и будет радовать. Вот такая баночка получилась. Для этого, собственно, я белой краской и рисовала по
Ой, скажите мне. По ребрышкам вот этих штучек. Ну что? Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, меня, например, эта баночка будет радовать. Хотя я совсем хотела другое сделать. Ну, так мне тоже нравится. Всем спасибо за внимание. Always alone when the tide is low.